Образование — это то, что сопровождает человека на протяжении первых, наверное, 25 лет, хотя на самом деле человек учится всю жизнь. И поэтому очень важно, чтобы образование, оно влияло не только на твои академические способности, но также развивало тебя как человека, поскольку мы все живем в мире и все живем в обществе. ИТЛГСИ объединяет твои убеждения, твое вообще, тебя как человека и тебя как ученика, по сути. Мне интересно образование, интересно какие-то естественные науки, творчество, обществознание, вообще человек как личность, почему, допустим, одни люди такие, другие такие, вообще, что на это влияет. Совершенствование всех моих навыков на данный момент. Лучше рисовать, лучше что-то делать. Вот. И я думаю, что я бы стала лучше понимать, как люди вообще воспринимают информацию, и я бы смогла лучше это использовать в будущем. Я вообще думаю, что мне бы поменялось все. Люди меняются.